Проблема, о которой я хотел рассказать сегодня, можно сформулировать так. Почему в разных галактиках мы видим разное количество газа и чем вообще определяется это количество? Ну, на первый взгляд кажется, что надо понять, сколько газа находится в галактике. Где-то все, если сопоставлять это с массой звезд, то окажется, что в некоторых случаях отношение массы газа к массе звезд близко к нулю, в некоторых случаях близко к единице. И поэтому здесь получается, так сказать, полная такая разношерстность. Но тем не менее наблюдаются некоторые любопытные зависимости, которые связывают содержание газа вообще с общей картиной образования галактик и их эволюции. И вот об этом я хочу рассказать. И начну, конечно, с самого простого. Начну с того, что в галактике газ находится в четырех состояниях. Вот они здесь все перечислены. Значит, это атомарный газ, причем облачный и диффузный, имеют разные температуры и плотности. Это молекулярный газ, про него можно сказать то же самое. Это ионизованный газ, тоже, так сказать, облачный и диффузный. Происхождение последнего вообще не ясно, а его много. И это горячий компонент с температурой в сотни тысяч градусов, который находится в больших пузырях внутри диска, а также заливает большую часть гало галактик. Вот. О каком газе идет речь? Значит, разговор о горячем компоненте – это отдельный разговор. В некоторых галактиках его больше, чем холодных, но это не относится к галактикам типа нашей, или типа туманности Андромеды. Конечно, будем говорить о галактиках спиральных. И в спиральных галактиках по массе преобладает газ номер один. Ну, облачные, диффузные, у них сопоставимы массы, диффузные немножко больше. Но на самом деле, так сказать, первый вот, атомарный газ – это основная масса газа. На втором месте стоит молекулярный, на третьем – ионизованный, а четвертый я не буду трогать, поскольку в диске его немного, а если там, где этого газа много, то это уже гало, а не диск. И вот тогда немножечко об истории. Открытие все-таки в 51 году, обнаружение было проведено реально межзвездного газа на длине волны 21 сантиметр, поскольку в оптике холодный газ не излучает, а теоретически излучение газа было, так сказать, было предсказано на основании квантовой механики, поскольку должен быть переход между двумя расщепленными под уровнями основного состояния водорода, которые отличаются между собой разной ориентацией спина электрона и протона. Ну вот, открытие это было сделано в Гарвардском университете аспирантом, по-нашему говоря, Гарольду Ивану, который получил грант на $500 и до этого за умудрился, так сказать, наладить аппаратуру, а сигнал очень слабый, и та антенна, на которой было сделано это открытие, имеет довольно такой непритязательный вид. И вот волновод шел прямо в комнату, в лабораторию. Вот. Проблема была только, когда начинался дождь, это была катастрофа, потому что река текла прямо в дом. Ну, во всяком случае, с этими бытовыми проблемами, так сказать, удалось справиться, и удалось определить направление, на котором идет слабый сигнал, на длине волны 21 сантиметр. Одновременно голландцы пытались первыми найти водород, но они отстали. В Советском Союзе тоже включились было в соревнования, сделали некое подобие телескопа. Вот, ну, в Крыму, вблизи Коцевели, выложено было, по-моему, даже остатки еще можно найти где-то в большой котловине. Тут несколько, я не помню так на глаз, сколько, метров 10 или 15 диаметром такая чаша. Но работы дальше не пошли.
Первенство было упущено, уже соревнование не имело никакого смысла. Вот как выглядит с хорошим угловым разрешением изображение галактики нормальной, типичной, в линии 21 сантиметр. Хорошее угловое разрешение здесь очень большая проблема, потому что дифракционное разрешение лямбда на d требует очень большого размера объектива, чтобы получить красивую картинку, потому что длина волны 21 сантиметр. Это все-таки очень длинный диапазон. Поэтому такие картинки можно получить только с интерферометром. Ну вот я могу показать еще картинку, где на оптическое изображение галактики наложена его радиокарта в виде радиоизофот, которая наглядно показывает, что водородный диск он идет значительно дальше, чем диск оптический, чем фактически та самая галактика, которую мы встречаем на фотографиях. Мы же знакомы с галактиками по их оптическому изображению. В радио мы видим, что слой газа распространяется дальше от центра. Особенно это бывает наглядно для некоторых галактик с активным звездообразованием, это C50-55, два изображения в оптике слева и в линии 21 справа, представленные здесь в одном масштабе. Ну, ясно, что вот эти внешние области галактики вообще до этого никто серьезно не исследовал, и там своя жизнь, там есть свои очаги звездообразования, но это уже тема других занятий. Вот. Наиболее, так сказать, поразительные результаты встречаются при наблюдении некоторых карликовых галактик. Это вот одна из карликовых галактик, здесь оптическая фотография, звездочки прекрасно видны, и на эту оптическую фотографию наложено изображение в 21 сантиметре с синим цветом. Вот одна маленькая галактика в центре, и вокруг нее вращается вот весь вот этот громадный диск. Скорость вращения соответствует примерно плато на кривое вращение. То есть скорость вращения примерно постоянно с радиусом. Ясно, что та гравитация, которая сидит в центре, в оптической галактике, не в состоянии завертеть такой диск такого размера. Вот. Ну, важно что? Что у нас с газом связано звездообразование. Чем газ плотнее, тем звездообразование идет интенсивнее. Эмпирически это описывается так называемым законом Шмидта или законом Кеннекотта-Шмидта. Вот я для иллюстрации даю эту картинку. Здесь на по вертикальной оси отложено в логарифмическом масштабе темпы звездообразования. Единица измерения – масс Солнца в год на квадратный килопарсек. По горизонтали – тоже в логарифмическом масштабе, поверхностная плотность газа. Она обычно обозначается большой буквой сигма и имеет размерность масса Солнца, приходящаяся на квадратный килопарсек диска. Вот такая, говорят поверхностная плотность, говорят колонковая плотность. Это, в общем-то, в данном случае никакой разницы нет. Ну, вот можно сравнить, как как распределен H1 в галактиках. Это H1, а вот пунктирными линиями – это то, что принято называть оптическими границами. Это чисто условно. Оптические границы обычно принято связывать с изофотой. Изофоты обычно принимается 25-я звездная величина с квадратной угловой секунды. Ну, видно, что здесь газ выходит за оптические границы, но он здесь не прослеживается дальше, потому что здесь уже… При желании можно проследить и существенно дальше, особенно в некоторых галактиках. Но ясно, что здесь газ живет своей жизнью. А как быть с молекулярным газом? Его тоже может быть много. И вот для сравнения я даю картинку молекулярного газа в том же масштабе тех же галактик. Вот. Можно помигать. Видно, что молекулярный газ, а он определяется по линиям CO, преобладает над атомарным в центральной области, а во внешних областях его роль становится незначительной. И это очень хорошо видно на радиальных распределениях плотности газа, где у нас красными квадратиками
показан радиальный профиль атомарного водорода, а черными треугольничками молекулярный газ. Вот мы видим, что атомарный водород как бы имеет почти одинаковую, так сказать, плотность, расстояние мало меняется, а в центре падает. Так вот, это падение связано не с тем, что там газа меньше, а с тем, что там более высокая плотность и значительно более эффективен процесс молекуляризации газа. Поэтому во внутренних областях очень часто молекулярный газ значительно превышает атомарный, а потом он быстро сходит на нет, и уже на расстоянии там нескольких десятков угловых секунд начинает преобладать газ атомарный. Но есть любопытные исключения, есть любопытные случаи, когда молекулярный газ, он тоже, так сказать, большую роль не играет, но атомарного газа настолько много, что его количество сопоставимо с массой галактики, со звездной массой галактики. Вот четыре галактики, вот я взял из сравнительно свежей работы Жереб. Здесь цифры, наверное, вам хорошо видны. Вот на предпоследние и предпредпоследние столбцы — это масса звездного населения и масса нейтрального водорода в логарифмическом масштабе. Но в логарифмическом 10,54, значит, это около, значит, около там, 3 на 10 десятой масс Солнца. Вот мы видим, что есть галактики, причем это не галактики карликовые, это галактики довольно большого размера. Есть галактики, у которых газа так много, что по массе это сравнимо, а то и превышает суммарную массу звезд. Почему так? Вопрос открыт до сих пор. Такие галактики очень редки. Требуется особый путь эволюции, чтобы объяснить, почему газ осталось так много газа. Темпы звездообразования у них вполне маленькие, небольшие, ну, около там меньше, чем одна масса Солнца в год. То есть газ при таких темпах звездообразования исчерпывается очень медленно. И, по-видимому, эти низкие темпы, они сохранялись в течение миллиардов лет. Так что, так сказать, газа там как было много, так и осталось. В то время как вот в галактиках типа нашей со временем звезды съели большую часть газа из первоначально газового диска. Вот для карликов ситуация эта более типична. Вот это пример тоже из сравнительно свежей работы. Это изображение карликовых галактик, где почти вся масса карликов – это газ. Не считая, конечно, темной массы, которая здесь тут, безусловно, преобладает, но уже, так сказать, газа здесь больше, чем у звезд. И вот обратите внимание, здесь красными линиями – это из-за такой типа изофот в распределении водорода, они сгущаются к краю. Что это означает? Это означает обрыв. То есть все-таки, хотя газ выходит далеко за пределы оптических границ, он имеет довольно резкую границу. Вот сгущение, так сказать, изофот означает обрыв, резкое падение яркости в линии 21 сантиметр. Почему? А вот это как раз естественно можно объяснить. Потому что, так сказать, есть ультрафиолетовый фон мира. То есть ультрафиолет, который связан с далекими квазарами, с далекими галактиками, с активными звездообразованиями. То есть ультрафиолет заполняет всю Вселенную. Вот. И, естественно, для ультрафиолета H1 – это атомы с большим эффективным сечением взаимодействия. Они их ионизуют. Поэтому, начиная с какого-то порога плотности, все, H1 кончается. И мы не видим никаких продолжений. Но теперь давайте посмотрим, уже подойдем вплотную к тому, сколько же газа, чем определяется количество газа в галактике. Вот это простая схема. Значит, газ в диске галактики. Красные стрелки показывают те процессы, которые приводят газ в галактику. А синие стрелки – процессы, которые уводят газы из галактики. Ну, что важно, что уменьшает газ в диске? Это галактический ветер,
наподобие солнечного ветра. Он бывает особенно сильный в галактиках с интенсивным звездообразованием. Газ уходит из диска. Ну, конечно, потеря газа при взаимодействии с межгалактической средой – это довольно экзотичный случай. А вот расход газа на звездообразование – это, пожалуй, что основной механизм, который уменьшает содержание газа в диске. Но есть и пополнение. Это падает межгалактический газ, аккреция. Сброс газа звездами – это очень важную роль играет, потому что существенную долю массы, до 40% массы звездного населения, каждое поколение звезд теряет, обратно возвращая межзвездную среду через звездный ветер, через планетарные туманности, через остатки сверхновых. Ну и, наконец, поглощение мелких галактик, которые непосредственно наблюдаются, и они тоже приносят в большую галактику те запасы, мелкие запасы газа, которыми они обладают. Вот, да, и последнее, что я не назвал, это уход газа из диска в гало благодаря ионизации звездами и газовые пузыри горячие просто тоже выбрасывают газ из звездного диска. Вот в каждой галактике вот соотношение между этими параметрами, соотношение между этими процессами различно. Тогда вообще о чем мы говорим? Мы должны наблюдать полный хаос. В одних галактик много газа, в других мало, и никаких трудно ожидать каких-либо закономерностей, которые бы связывали содержание газа с чем-нибудь еще. Однако оказалось, что это не так. Оказалось, что масса газа коррелирует с целым рядом параметров галактики. И это очень сложно объяснить, вот, исходя из такой хаотичной схемы, сколько там, как карта ляжет, сколько будет газа в галактике. Масса галактики просто чисто эмпирически, не теория здесь, чисто эмпирически. Она коррелирует с размером диска, со звездной массой диска, с поверхностной яркостью, оптической поверхностной яркостью диска, со скоростью вращения диска, с удельным угловым моментом диска. Откуда это все берется? Вот об этом мы будем говорить дальше. Но пока я покажу картинку, просто, которая показывает вам такую зависимость между массой водорода по вертикальной оси, скоростью вращения идет с левой стороны шкала, и с правой стороны оптический размер. Видно, что корреляция есть со всем массой водорода и со скоростью, и с размером. Как она могла возникнуть при таком наборе разных процессов, которые по-разному регулируют в разных галактиках содержание газа? Вот вам еще одна корреляция, которая тоже хорошо известна. Это по вертикали отношение массы водорода к массе звездного населения, а по горизонтали поверхностная яркость галактики, переведенная в поверхностную плотность. Масса звезд на килопарсек квадратный. Чем ярче галактика, чем поверхностная яркость выше, тем меньше содержание водорода. Зелененькие точки – это галактики, для которых только верхний предел массы водорода. То есть, на самом деле, все эти зелененькие точки, они соответствуют оценкам более низким, чем они показывают. Вот каким образом это можно объяснить? Ну вот я так прямую линию проведу, которая соответствует пропорциональности, так сказать, массы водорода к квадрату диаметра. Очень хорошо. То есть эта зависимость отражает зависимость массы водорода безотносительно к массе звезд, просто масса водорода, зависимость массы водорода от размера галактики. Что само по себе довольно странно, но тем не менее, эта зависимость была получена и удивляла очень многих людей своей такой хорошей корреляцией. Вот эта зависимость взята из работы Мартинсона 15 года, полученная по измерениям H1 на голландском телескопе в Вестерборке. По вертикали масса водорода, по горизонтали размер диска H1. Вот надо немножко сказать, а что принимается за размер диска H1? Он, так же, как в оптике, нужно какой-то предельный
дать определенную изофоту или как-то определить размер. Как правило, и в данном случае тоже, под размером диска 1, диска H1 подразумевается размер в пределах поверхностной плотности газа одна масса Солнца на квадратный парсек. Ну, для нашей галактики это далеко на периферии диска, для других, в общем-то, тоже. Как правило, это раза в полтора больше, чем оптические размеры. Но здесь есть некий разброс оценок. Вот. Поэтому чем больше галактика, тем больше водорода, но примерно, обратите внимание, что коэффициент близок к двойке, то есть примерно двойка соответствует одинаковой поверхностной поверхностной плотности водорода. Та же самая зависимость в более поздние, в той же, примерно в те же годы, зависимость Паттера, но уже по другим данным, где собраны эта сборная зависимость по нескольким каталогам. Вообще, сказать, очень редко можно встретить в астрономии, чтобы две независимо оцениваемые величины давали вот такую хорошую зависимость. Правда, относительно независимости оценки это не совсем правильно. Я чуть-чуть потом поясню. Но здесь разными значками обозначены просто данные, взятые из разных каталогов. Опять-таки, зависимость близка к соотношению, сказать, между размером и массой водорода, полученной перед этим. То есть она примерно соответствует постоянной поверхностной плотности, средней по диску. Ну, средний по диску, это как, естественно, средняя температура по больнице. Ясно, что в внутренней области диска всегда плотность больше, во внешней меньше, а вот в среднем получается одинаково. А почему? А вот это и есть тот вопрос, который волнует всех, и который сейчас я вам преподношу как не до конца решенную проблему. Ну уж, наконец, совсем хорошая зависимость такого же типа. Это зависимость, построенная Джингвангом, где он объединил 15 каталогов. Здесь около 500 галактик. По вертикали размер, по горизонтали масса водорода. Ну, вообще, это разброс порядка ошибок измерения. Это вообще непонятно. Я, например, сам это не очень хорошо понимаю, как это может так тесно связать. И как это может вообще быть? Что галактики совершенно разного типа. Здесь вот, например, есть галактики низкой яркости наверху, Малин-1, Малин-2. Есть галактики такие, как наши туманы с Андромеды и Млечный Путь, они звездочками тут показаны. Есть галактики вообще, так сказать, крошечные, у которых масса, у которых размер минус 0,5 в логарифмической шкале, это значит 3 килопар... Сколько? Минус 0,5 в килопарсеках, это значит, это 1/3 килопарсека. Это вообще не галактика, а какая-то крошка. Она вообще по-другому должна расти и развиваться. Нет, лежит на той же самой зависимости. Это поразительно. Значит, как это может вообще быть? Ну, здесь только в одном случае такая зависимость может иметь место. Если в галактиках газ распределен вдоль радиуса примерно одинаково. Ну, я просто проиллюстрирую. Предположим, у нас есть галактики, по вертикали поверхностная плотность, по горизонтали радиус. Вот мы приняли порог плотности, до которого мы считаем радиус или диаметр, содержащий нейтральный водород, DH1. Видно, что если у нас более-менее одинаковые законы спадания плотности, то, конечно, когда у нас меньше газа, будет меньше размер. Но если окажется, что они ведут себя по-разному, то тогда уже никакой зависимости не получится. А здесь она жесткая. Тогда нужно сравнивать уже не интегральное значение, как до сих пор мы сравнивали, а радиальное распределение плотности газа в галактиках. Вот, значит, объяснение может быть одно. Сходное радиальное распределение плотности газа в галактиках различной массы. Ну, проверим по имеющимся данным. Вот сверху работа Мартинсона 15-го года по вертикали. Значит, каждая кривая – это распределение газа
в отдельно взятой галактике, но они нормированы на единичку, ну, на максимуме. Максимум у них просто искусственно сдвинуты в одну точку, чтобы сравнивать формы. А по горизонтали отношение, сверху отношение радиуса к радиусу H1, ну, до одной массы Солнца на квадратный парсек. А на втором кадре у нас оптический радиус берется. Он, естественно, для большего количества галактик определен, будет более легко определяемая величина. Видно, что действительно. Галактики, несмотря на то, что они совершенно различны по размерам, по яркости, у них за отдельными исключениями довольно, так сказать, близкий закон спадания вдоль радиуса, за исключением внутренних областей. Вот внутренние области, там полный разброд и никаких зависимостей. Но мы уже знаем почему, я объяснил. Потому что во внутренней области там это молекулярный газ. Мы его здесь не учитываем, поэтому он заполняет вот эти вот, вот, это, вот заполняет эту яму в центре. Там просто, так сказать, газ есть, но мы его не знаем. Требуется отдельное измерение, чтобы получить данные о его плотности. А дальше, там, где преобладает атомарный водород, там все идет прекрасно. И уж совсем удивительно, такая красивая картинка получается как раз по работе Джин Ванга, который тоже сравнивал для целого ряда, по целому ряду каталогов, галактики разных типов. Разных типов. Спиральные галактики – это цветные линии. И они идут очень близко. Здесь есть тоже нормировка, потому что радиус нормирован на RH1, поэтому каждая кривая просто проходит через точку 1,1. Вот, но есть и отступление. Вот галактики типа SA, это ранние спирали, они имеют меньше газа, это заштрихованная область, которая, так сказать, идет вниз, но захватывает также и область спирали, такая более размытая. И галактики линзовидные, которые, вообще говоря, имеют более пологий, более такой пологий спад водорода, вообще сильно заваливаются в центральной области, там уже никакого порядка нет. То есть выделяются спиральные галактики. С остальными нужно иметь дело отдельно. Спиральные галактики поздних типов. Галактики, у которых газа достаточно много, не израсходовано, поэтому, так сказать, надо прежде всего обратить внимание на них. Почему у них сходный характер изменения плотности? Ну вот, сейчас очень распространена такая схема, что плотность газа или полная масса газа определяется условием равновесия. Эта схема называется bathtub. Bathtub – это, так сказать, ванна. Имеется в виду, что если включить воду, то вода будет накапливаться, пока не достигнет равновесия, что из одной трубы газ, вода входит, другую выходит. И вот здесь также вот считается, что вот есть резервуар газа, который здесь условно показан слоем синеватого водянистого цвета. Звездообразование, так сказать, уменьшает газ. Часть газа сбрасываемого звездами, стрелочка return возвращается в среду. Дальше уже газ inflow, значит, втекание газа гало и вытекание газа из гало, ветер. И все это стабилизировалось и поддерживает газ в каждой галактике на своем уровне. Вот это является наиболее распространенной схемой на сегодняшний день. Вот эта наиболее распространенная схема, она очень удобна, она красива, но она же не может объяснить, а почему одинаково ведет себя газ в разных галактиках. Как эволюционирует H1 в дисках? Эта модель bathtub не объясняет корреляции, поскольку оставляет открытыми вопросы. На каком уровне достигается равновесие? Оно же в разных галактиках на разных уровнях может достигаться. Тогда вся наша схема уже теряет смысл. Второе, это почему сходны радиальные профили плотности газа в различных галактиках. Из вот модели, равновесной модели bathtub, это не следует. Поэтому, несмотря на то, что эта модель очень распространена, ей мало веры. Хотя никто не гарантирует, конечно, во многих галактиках равновесие какое-то может наступить. Никто же не запрещает, но важно, что на разных уровнях оно тогда будет. Это не объясняет те зависимости, о которых шла речь.
Ну вот, значит, проблема остается. Как согласовать сходство радиальных профилей газа, а также корреляцию, так сказать, массы водорода с параметрами диска с тем обстоятельством, что масса газа должна зависеть от многих эволюционных факторов? Что является, что-то должно быть регулятором? Вот бастаб это немножко не то, там нет регулятора, там просто все устанавливается на каком-то уровне в зависимости от темпов прихода и ухода газа. А вот что-то должно регулировать. И вот что-то должно, ответ, он на самом деле наклевывался довольно давно. Ключ к решению такой. Регулирующим фактором является условие локальной гравитационной устойчивости газового слоя, ограничивающее плотность газа на данном радиусе сверху. Вот. То есть, если у нас есть некий критический уровень для гравитационной устойчивости, если газа больше, то он будет переходить в звезды. Уменьшится до критического, темпы звездообразования падают, он остается на этом уровне. Эта идея была предложена в 70-х годах очень талантливым американцем Уильям Квирком, но он работал в науке, в астрономии, ну, буквально там лет 7-8, защитил диссертацию прекрасно, специалист по численному моделированию на компьютерах, а в 70-е годы таких людей было немного, в отличие от нынешнего времени. Потом вдруг, где-то там в конце 70-х годов, он поменял место работы, переключился на исследование атмосферы Земли, солнечной активности, а потом исчез совсем с горизонта. Я его судьбу не знаю, но идея была брошена, и она была подхвачена в нескольких местах, это в Гаише, в Америке Роберт Кенникотт вместе со своими учениками начал ее развивать. И идея очень красивая. Но для этого мы должны немножечко, чуть подробнее сказать, что такое гравитационная неустойчивость на газовом слое. У нас неустойчивость к чему? Вот когда говорят гравитационная неустойчивость, это прежде всего имеется в виду неустойчивость к радиальным возмущениям. При каких условиях гравитирующий диск может быть устойчивым, а может быть неустойчивым, была решена впервые в 60-х годах. В простейшем случае, это джинсовская неустойчивость, но не классическая джинсовская неустойчивость, которая определяет там сжатие газа в звезды, а джинсовская неустойчивость вращающегося диска. Значит, любое условие неустойчивости всегда определяется неким дисперсионным уравнением, которое связывает частоты колебаний с длиной волны или с параметром, с длиной волны. У нас может, или, ну и в данном случае из плотности диска. У меня лекция. Ну вот, для плоского диска уравнение было проведено Галдрейх и Линдбелл в 65-м году и Тумра для звездного диска. Оно записывает очень просто. Если в диске возмущения имеют частоту 1 квадрат, то распространение возмущения в диске описывается уравнением омега квадрат, равняется, здесь у нас будет k квадрат, c квадрат, k это волновое число, c это скорость звука или дисперсия скоростей, плюс k квадрат минус 2 и g сигма поверхностная плотность, умноженная на волновое число, на модуль волнового числа. Очень простое уравнение, оно имеет физический смысл, простое. Если у нас, например, если у нас нету ни вращения, ни гравитации, остается вот этот член, это дисперсионное соотношение просто дает скорость звука. Связывает частоту и скорость звука. Никакой неустойчивости нет. Неустойчивость это тогда, когда омега квадрат меньше нуля. Вот это неустойчивость. Ну вот, если взять, значит, k это дискретическая частота, k
как бы для плоской кривой вращения это корень из двух, умноженное на угловую скорость ВНЯ. Очень простое выражение. Ну, для более сложных кривых вращений чуть более сложно. Вот. То есть это фактически величина, которая по сути близка к угловой скорости диска. Сигма вот, и каппа рвут условия в разные стороны. Каппа имеет плюс, значит добавляет устойчивость, уводя от этой границы неустойчивости. А гравитация, наоборот, ну, она как раз благодаря этой гравитации, начиная с какой-то плотности, неустойчивости и происходит. Ну, вот если у нас диск исключительно холодный, имеет нулевую температуру, и не вращается, угловая скорость равна нулю, то тогда ясно, что он будет неустойчив всегда. От гравитации никуда не спрячешься. Если у нас диск холодный, но есть нету никакой гравитации, ну, поверхностная плотность равна нулю, то у нас будет просто колебание с частотами, на циклической частоте. Это кеплеровская или птолемеевская схема Солнечной системы, где колебания просто, каждое случайное колебание планет, они примерно соответствуют эпициклу, по которому они движутся по орбите. Ну вот, а в общем случае мы можем решить это уравнение, оно легко определяет корни этого уравнения и находится условия для устойчивости. И тогда может быть использовано на практике. Можно погасить свет, я больше пока писать не буду. Ну вот тогда условие такое. Поверхностная плотность критическая, которая соответствует омега квадрат точно равным нулю. Это произведение c на k поделить на pg. Ну, вводится параметр, который называется параметр Тумра, очень часто используется это выражение. Это по определению отношения критической плотности к реально наблюдаемой. Это будет c каппа на pg сигма. Здесь сигма – поверхностная плотность диска. c – это скорость звука или турбулентная скорость газа. А для звезд это радиальная дисперсия скоростей. Можно показать, что это тождественно. Для каппа – это эпициклическая частота, которая для плоской кривой вращения корень из двух ВНР. Ну вот если бы вместо звезд, если вместо газа взять звезды, то вот, в области омега близкой к нулю никакой разницы нет между газом и звездами. Вот, только вот вместо π, вот в этом уравнении, так сказать, уравнение для критической плотности, вместо π войдет 3.36, что от π мало отличается. Это было показано Тумра, тоже в 60-х годах. То есть вот у нас есть зависимость омега квадрат частоты от волнового числа, и в зависимости от условия 1, 2, 3 мы видим, что единичка соответствует q больше единицы параметр, двоечка соответствует q единица, тройка q минус единицы, то есть вот двойка это пороговая устойчивость, и самое неустойчивое возмущение будет иметь волновое число К0. Если Q меньше единицы, то это уже троечка, это полная неустойчивость на большом интервале волновых чисел. Ну, волновые числа связаны длиной волны, поэтому всегда можно связать это с областями, которые охвачены неустойчивостью. Но ясно, что эта формула слишком довольно простая. Об этом часто забывают. Упрощение. Для вывода этой формулы использовались следующие приближения. Диск считался тонким и изначально очень симметричным. Все параметры локальные, то есть изменения в пределах единицы на k малы. Устойчивость только к линейным локальным радиальным возмущениям, то есть мы не смотрели возмущения другого типа. Более общие случаи таких простых формул не дают, и они рассматриваются в численных моделях, которые могут учитывать не очень симметричные возмущения, изгибные возмущения, когда диск коробит. Конечная толщина диска, которая служит фактором, который способствует увеличению устойчивости, и нелинейные возмущения, которые тоже имеют свою историю устранения. То есть это линейная задача. Ну что же, пока посмотрим, что можно выжать из нее. Если считать, что это все правильно,
то для устойчивости требуется, чтобы радиальная дисперсия скоростей, скорость звука или турбулентная скорость определяла вот эту критическую формулу. Для C критическая, которая соответствует предельной маржинальной устойчивости диска, поверхностная плотность этого диска, сигма газа, C критическая каппа на Q на PG, где Q это параметр тумора. То есть Q равно единице, это соответствует предельному маржинальному случаю. Ну, турбулентная дисперсия скоростей, это наблюдаемая, так сказать, величина, она меряется, она в галактиках лежит в пределах 8-12 км в секунду. И немножечко выше в центре, немножечко ниже этих цифр на самом краю. Но вот учет неосисимметричных возмущений сдвигает критическое значение параметра тумора от единички к величине 1,5-2. Вот это нужно учитывать. То есть, когда у нас Q, скажем, больше 2, это всегда устойчивость. Когда Q меньше или равно единице, это всегда неустойчивость. А промежуточные случаи зависят от модели, но в среднем получается где-то 1,5-2 как порог. Посмотрим, можно ли считать вот эту величину C, турбулентную скорость, постоянной. Вот реальные измерения. Это дисперсия скоростей на краю галактик, на оптическом радиусе. Обычно он обозначается R25, где цифра 25 означает предельную изофоту, до которой считается галактика оптическая, простирается. Вот. Разные типы галактик. Посмотрите, дисперсия это невелика. Все это держится около 10 км в секунду. Хотя галактики разные. Звездообразование имеет разные темпы у них, размеры их разные. Поэтому, упрощая, можно сказать, что в первом приближении можно считать дисперсию скоростей одинаковые. То, что у меня обозначено C, здесь обозначено как сигма в угловых скобках. Вот та же самая вещь, здесь сравниваются среднее значение дисперсии скоростей и значение 25 в величине квадратной секунды. Они мало меняются. То есть вдоль радиуса тоже очень маленькие изменения. Это стимулирует, потому что это очень сильно упрощает все рассмотрения. Мы можем считать, что у нас сигма примерно константа. А тогда возникает очень любопытная вещь. Если скорость вращения тоже считать константа, а для галактик это означает Платона-кривое вращение, это самый распространенный случай, то поверхностная плотность газа тогда можно выразить из этой критической плотности будет каппа С на пи Q на G, и тогда массу газа можно найти, проинтегрировав 2 пи Р до Р умноженный на сигма G от R, где сигма из написанного выше уравнения. И тогда получается очень любопытный вывод. Посмотрите, что у нас стоит под интегралом. Ну, пи есть пи, никуда не деться. Дальше r умножить на каппа. Но каппа это v делить на r, угловая скорость. И если v константа, то каппа пропорциональна единице на r, и она сокращается с этим r. У нас получается в интеграле какая-то константа и dr. То есть у нас фактически интеграл берется, и у нас будет просто тогда вот r лим, докуда мы считаем, это будет просто у нас войдет в массу газа, и решение будет очень простое. Масса газа 2 корней из 2 vr лим на cg, это дисперсия скоростей на qt на g. То есть мы можем предсказать в таком случае, что у нас полная масса газа должна быть пропорционально произведению скорости на радиус галактики, если дисперсия скоростей константа и Q тоже константа, соответствующая маржинально устойчивому случаю. Вопрос, а близка ли наблюдаемая масса к предсказанному? То есть мы можем предсказать, что масса газа должна быть пропорциональна V на R. V на R это величина пропорциональна удельному угловому моменту, полный угловой момент. MVR удельный пропорционально V на R. Ну, предсказание сказано, сделано. Посмотрим, что дают наблюдения. Вот работа Караченцева. Каталог близких галактик. Картинка взята просто оттуда, напечатана. По вертикали полная масса водорода, по горизонтали произведение скорости вращения на оптический диаметр. Это и есть V на R. Вот что получается.
Так замечательно. Значит, работает все-таки условие гравитационной устойчивости. Вот другая, так сказать, уже, так сказать, картинка, где у нас отдельно отобранные, так сказать, не близкие галактики, а галактики изолированные. Тоже хорошо. Произведение V на диаметр галактики. Четкая зависимость, протянувшаяся на несколько порядков. Смотрим дальше. Не говорит ли это все-таки о резком падении темпов звездообразования, когда у нас параметр Тумра опускается до критического уровня? И тогда вот это есть регулятор. Вот звездообразование было очень бурным, потом у нас параметр Тумра был, соответствовал неустойчивости, но как только газа стало мало, подошли к порогу устойчивости, так темпы звездообразования упали. Это та идея, которая была выдвинута в свое время Квирком, о котором я упоминал. Но при этом это очень хорошо, можно радоваться. И зависимость получается. И сначала я отслеживал эту вещь на своей жизни. Это была некая эйфория. Замечательно, мы наконец знаем, чем определяется газ. Но выросли две проблемы, которые заставили чесать в затылке. И оказалось, что решить их не так просто. Как только мы от такой красивой упрощенной картинки перешли к реальным цифрам, взятым из измерений. Проблема номер один. Оказалось, что в отличие от наших сокровенных желаний, газовый диск галактик с областями звездообразования обладают слишком большим запасом устойчивости. То есть вот Q, который я вот положил сюда как предел устойчивости, у многих случаев превышает тройку. То есть звездообразование не требует вообще, чтобы газовый слой был близок к пороговой устойчивости. Ну, жалко, но на самом деле это понять можно, потому что любой процесс образования звезд – это процесс сугубо локальный. Вот идет звезды, рождаются в данном комплексе молекулярных облаков или в данном молекулярной области. А здесь, когда мы говорим о неустойчивости вот диска, то у нас затрагиваются области порядка длины волны или единицы на К. Это уже это килопарсеки. Мы уже внутри килопарсеков, что происходит, эта формула не дает никакого ответа. А именно от того, что происходит на меньших масштабах, и зависит условие образования звезд. Но обидно, что мы получаем устойчивые все-таки диски-то. Давайте посмотрим. Вот здесь зависимости между темпами звездообразования на единицу площади и расстоянием от центра галактик. Вот в линии H-альфа оценки темпа звездообразования здесь показано красными точками. Вот каждая последовательность – это одна галактика. А синими – это по данным Галлекс в ультрафиолете. И мы раньше мы видим, что где-то на R25 обрываются эти кривые, дальше нет звездообразования. И радовались, дальше диск устойчив, и нет звездообразования. Однако, когда Галлекс полетел и дал такие измерения, он показал, что никаких скачков в изменении темпа звездообразования здесь не происходит. Звезды не чувствуют перехода от Q меньше критической к Q Тумра, параметра Тумра больше критической. А вот прямые измерения, это взятые из работы Мейера 2013 года. Здесь по вертикали Q в графическом масштабе, по горизонтали радиус, расстояние от центра нормированное. Ну вот, что здесь можно сказать. Здесь вот синие кривые – это реальное наблюдение, реальное измерение. А параметр Тумра, ну, здесь учтите, что это логарифмический масштаб. Значит, он везде, он в самом низком месте. Самый низкий – это примерно 0,3, 0,5 – это значит 0,5 – это троечка, то есть параметр Q примерно 3, а дальше он больше растет и на периферии, и к краю, и вообще это как-то успокаивает только одно. Есть довольно такие протяженные участки, где параметр Q меняется мало. Это то условие, при котором мы получили пропорциональность массы газа и удельного углового момента. Это радует. Потому что, ну, в центре нас неинтересно, потому что центр не содержит много массы в газе.
все-таки основная масса заключена где-то на средних радиусах. На средних радиусах тут есть какое-то плато, но от этого не очень радостно, потому что куча все-таки высокая. Может быть, это эффект выборки или эффект неправильного счета. Вот другая работа. Это работа, взятая из Хантера 16 года. Это неправильные галактики. Здесь как распределено? Распределен параметр Q для газа в неправильных галактиках. Но если бы мы могли доверять вот этим всем соотношениям, мы должны были бы ожидать, что в логарифмическом масштабе Q должно быть порядка, ну, между 0 и 0,5. Логарифмический здесь масштаб. Между 0 и 0,5, значит, Q между единицей и тройкой. А они все уехали за отдельными исключениями. Там вот есть отдельные исключения, так сказать, существуют. Но, в принципе, у нас поверхность, параметр Q, это вот, надо обращать внимание вот на этот кусочек. Параметр Q больше, чем тройка. Тройка это 0,5 на горизонтальной шкале. Значит, там устойчивые диски. А тем не менее, эти галактики прекрасно лежат на той зависимости, которую я показывал. Другие примеры. Область звездного образования для 25 неправильных галактик по работе Эльми-Грин. Это отношение сигма-газа к критическому, где критическое это Q равно единице. Мы видим, что меньше. Значит, мы где-то неправы. И здесь тоже, так сказать, это галактики для S0, SA, ранние типы. Здесь у нас две кривые линии. Вот одна из них соответствует реальному распределению газа, а другая критической плотности. Их соотношение внизу, на нижнем графике, они всегда везде все меньше единицы. Вот это уже почти что катастрофа. А как же тогда так хорошо было раньше? И вот тогда родилась идея, что на самом-то деле ничего страшного нет. Но это одна проблема, а я еще о второй не говорил. Вторая должна была, может, вообще все добить. Вот это относится к первой еще проблеме. Это уже реально подсчитанная параметр Q для газа по самым современным газам, оценкам на очень больших расстояниях от центра. Параметр Q для двухкомпонентного газа здесь приведены в двух последних столбцах. Мы видим, что они везде больше двойки за несколькими исключениями. Там, где меньше двойки, это вполне годится для нас, но что делать с остальными? Так вот, вторая проблема, вот эта проблема большого Q отражается и на зависимости между массой водорода и между массой водорода и удельным угловым моментом, если мы перейдем от красивой картинки к цифрам. Вот на этом графике по горизонтали отложен удельный угловой момент, по вертикали масса водорода, а вот двумя штриховыми линиями это тот коридор, который мы могли бы ожидать, что здесь находятся галактики, у которых газ близок к маржинально устойчивому состоянию. Мы видим, что большая часть точек уходит вниз. Это фактически другими словами некоторое утверждение, что газа у нас меньше, чем это можно ожидать для критического уровня. Меньше. За отдельными исключениями есть галактики, очень богатые газом, и они не выпадают из этого коридора. Вот это фактически в уменьшенном виде та же диаграмма показана, а ромбиками это, так сказать, выборка галактик с аномально высоким содержанием водорода. Вот они-то идеально лежат. То есть у нас условие устойчивости дает предел, верхний предел на содержание газа, а на самом деле большей части газа его меньше, чем этот верхний предел. Вот этот вывод, который можно сделать из такой картинки. Но зависимость-то все равно остается, и ее надо объяснять. И вот я должен сейчас сказать кое-что по второй проблеме. Считается, что основную роль в определении условий устойчивости на самом деле играет совсем не газовый, а звездный диск. Мы его здесь вообще не учли.
А роль его какая? Вот представьте себе, что у вас есть один звездный диск, и вот вся эта картинка для него, то, что вы писали, все для него правильно. Но он находится внутри газового. А газовый диск тоже гравитирующий. Так вот, этот вот газовый, это звездный диск, он гравитационно взаимодействует с газом. Поэтому, в общем случае, когда мы говорим о неустойчивости, нужно многокомпонентный диск рассматривать. Газ плюс звезды. И до этого дошли уже позднее, и соответствующие дисперсионные соотношения были получены, их аппроксимация. И вот это меняет все рассуждения о роли Q. Но если у нас газ, не газ, а звезды определяют условия устойчивости, тогда, извините, все то, что я говорил, не имеет смысла. Тогда вот это вот все, картина настолько упрощенная, что никакого отношения к действительности она не должна иметь. А ведь жалко, она ведь неплохо объясняет общие зависимости. Вот. Ну вот, вот условия маржинальной устойчивости для двухкомпонентного диска, так сказать, вот аппроксимационные приближения достаточно простые. Они используются сейчас при оценке устойчивости газовых слоев. То есть уже, так сказать, если опять Q больше единицы, диск устойчив, вот здесь учитывается и толщина диска, вот это вот здесь общее правильное совместное выражение для Q, для совокупности звездного и газового диска. А здесь оно написано как Q со значками RW по имени авторов Ромео и Вейгерт, которые получили все эти красивые формулы. Ну, давайте посчитаем тогда, а что же тогда делать? Что получается для суммарного действия звездного и газового? Да ничего хорошего. Вот на периферии галактик, вот это вот Q для, отдельно для газа, почти для галактик выборки, для малой выборки, цинкс так называемый, Q меняется, так сказать, от единички там, до 10, а нам надо, чтобы оно не больше двойки было. А вот для звезд и газа вместе, прилично где-то там, двоечка вполне сюда подошла, троечка даже подошла. Значит, тогда как это все объединить? Если эта красивая формула действует только тогда, когда основной диск газовый, а не звездный. И вот здесь возникает идея, а было ли когда-нибудь такое? А было. А с чего началась эволюция звездного, эволюция дисков галактик? С тем, что почти все был газ. И потом уже газ начал превращаться в звезды, и возник звездный диск и остаток газа. Так может быть, тогда источником всех этих красивых отношений является то далекое время, когда массой звезд можно было пренебречь, а газа было много. Ну, тогда эта идея требует некого развития. Значит, вот возможный выход. Сходные радиальные профили плотности газа в галактиках и зависимости массы газа от радиуса и углового момента сформировались не сейчас, а в прошлом, при переходе от активно к пассивной стадии формирования диска. И они сохранились до наших дней из-за очень медленного темпа исчерпания газа, исходного характера эволюции галактик. Это надо еще доказать и проверить. Но сама идея заслуживает того, чтобы ей заняться. Ну вот тогда обратимся к ранней истории галактик. Что тогда у нас было? Когда у нас на галактику сыпались газ, аккреционные потоки из межгалактического пространства. Тогда было то, что сейчас масса диска небольшая. У нас газа тогда было столько, сколько сейчас звезды занимают. Звезды же из него образовались. Поэтому тогда это был очень плотный диск, большое количество газа. Он должен был должен быть устойчив или близок к устойчивости, поэтому он должен иметь очень большую дисперсию скоростей С. То есть газ должен иметь очень большие турбулентные скорости, подниматься на большое расстояние от плоскости диска. Там рождались звезды, которые в конечном счете мы сейчас наблюдаем как старые звезды диска. Но вот посмотрите на эту формулу. Вот если взять критическое значение длины волны, можно определить критическую массу, которая неустойчива в диске, состоящем из газа. Критическая масса это равна квадрату длины волны, умноженной на поверхностную плотность. Если я подставлю вот в этих простых формулах
уже забыв про звездный диск, сюда в эти параметры, то у меня получается зависимость от сигмы в кубе. А сигма, я напомню, это поверхностная плотность. Поверхностная плотность, если взять столько газов, сколько сейчас звезд, то поверхностная плотность будет на порядок выше, чем сейчас у газа. А значит, должны были возникнуть неустойчивости в масштабах очень больших и с очень большой массой. Вот. При плотности газа втрое выше современной, масса конденсации, которые возникали в таком неустойчивом диске, примерно в 30 раз выше, они должны быть 10-8, 10-9 масс Солнца. Наблюдаем мы такое или нет? У нас есть возможность это проверить, поскольку мы наблюдаем далекие галактики с большим красным смещением. Мы их видим в далеком прошлом. И оказывается, что так оно и есть. В общем, можно сделать такую идею, провести, что большинство галактических дисков заведомо было в неустойчивом или маржинально устойчивом состоянии на красном смещении больше 0,5, 0,5 единичка. В эпоху бурного звездообразования там возникали клампы с массой 10-7, 10-9 масс Солнца. Эта эпоха завершилась несколько миллиардов лет назад, когда падение и дисперсия скоростей остановилось, упало уже неподпитываемо или энергетически, дисперсия скоростей остановилась на 10 км в секунду. Масса газа в диске при этом была в 2-3 раза больше современной. И типичное значение массовой доли газа в таких галактиках, они меряются, составляют там 0,2-0,8. И это достаточно для маржинально устойчивого состояния. Ну а после того, как перешло звездообразование такое, через такой фазовый переход от бурного к спокойному, ну, медленное исчерпание газа в большинстве случаев, ну, аккреция может, конечно, все карты сбить, но в большинстве случаев она должна не компенсироваться. Аккреция – медленное уменьшение плотности газа, которое уводит точки на диаграмме последней вниз, которую я показывал. Вот. Посмотрим, что мы видим для галактик с большими красными смещениями. 0,5-0,9, это нас интересует больше всего. Единичка, двойки. В основном, вы видите, вот это массивные клампы. Они действительно очень массивные. И там действительно большая дисперсия скоростей. Но что важно, что оказалось, что доля массивных галактик с клампами быстро падает с уменьшением красного смещения. И в интервале от 0,5 до 1 составляет всего 15%. То есть все... где-то порядка единички, оно уже почти все галактики имели клампы. Вот они как раз в это время уже никаких зависимостей не было. Но как это проверить? Вот у нас есть единственная галактика с клампами, вот это большими областями активного звездообразования, где оценка была массы проведена по линии ЦО, скорости вращения и дисперсии скоростей. Это галактика с красным смещением 1,6. Пока так далеко никто не добирался. Вот только один случай. Как она выглядит? Вот в линии Ашальфа показана она с правой стороны. А здесь вот оконтурены три больших клампа. Здесь показаны скорости наблюдаемые, которые разделяются на, так сказать, модельные вращения плюс дисперсные скорости. Все это меряется. Но что интересно, что тогда можно померить параметр Тумбра, и он оказался таким, каким можно было ожидать. Параметр Тумбра 0,7. То есть неустойчивость. Клампы как результат неустойчивости, и это пока параметр Тумбра не поднимется до величины 1-2, будет вот такой бурный темп звездообразования. А дальше спокойно. Вот. Посмотрим дальше, так сказать, на меньших красных смещениях, уже почти близкие галактики, но среди них есть галактики, очень богатые газом, и для них можно посмотреть, как меняется дисперсия скоростей, как функция радиуса, расстояние от центра. И вот здесь на каждой квадратике розовые и синие точки. Розовые точки — это Паш-альфа, но это дисперсия скоростей в областях звездообразования. Нас интересуют спокойные области, это синие, по линиям ЦО. Дисперсия скоростей быстро, с удалением от центра, опускается до современного значения около 10 км в секунду. Это то, что мы ожидаем, и то, что прямо дают наблюдения галактик, богатых газом, ну, на меньших красных смещениях. Но это тоже несколько миллиардов лет назад. Ну, наконец,
вышла работа Фишера в 2017 году, где решили поискать среди близких галактик тоже галактики слабые. По каким-то причинам они там идет бурное звездообразование до сих пор. Это так называемые галактики с турбулентными дисками. Вот их три здесь, больше не исследовано. Вот, это галактики обзора Динамо, которые они близки к наблюдаемым, но имеют большую дисперсию скоростей. И вот, пожалуйста, оценки параметра Q, как функция радиуса. Единичка – это один радиус, 10 – это 10. Это, простите, Q – это единичка – это порог устойчивости. 10 – это вообще, так сказать, вот все то, что больше единички – это устойчиво. Все то, что меньше единицы – неустойчиво. И вот здесь мы видим, что клампы, а они здесь как раз расфасованы по отношению радиуса клампа к радиусу диска. Вот здесь большие клампы, здесь маленькие клампы. Что большие клампы только для неустойчивого диска. Маленькие клампы где угодно возникают при разных значениях Q. То есть действительно это показывает, что неустойчивость газового диска играет роль формирования диска. Ну а что дальше? А дальше идет эволюция. А за какое время газ будет исчерпан? Вот время исчерпания газа, которое где в ЕРАС уменьшается количество, называется временем, называется consumption time по-английски. Значит, время, да, исчерпания. Оценки есть прямые. Вот наиболее надежда, наиболее такой надежная работа — это работа Шеминовича, есть работы других авторов. Получается, что характерное время исчерпания газа примерно 5 миллиардов лет в среднем по галактике, но она не зависит от скорости вращения галактики, а это означает от массы галактики. То есть и большие, и маленькие галактики имеют сходный характер исчерпания газа на звезды. Это называется SFE. Это величина обратного времени исчерпания, Star Formation Efficiency, темпа звездообразования на единицу массы газа. Перевернем эту дробь, получится время исчерпания. Вот. Это означает, что действительно сходный характер эволюции. А если у нас по экспоненте падает с одинаковым примерно параметром экспоненты, то тогда у нас как бы через одинаковое количество времени в одинаковое количество раз будет уменьшаться газ во всех галактиках. Очень большое время исчерпания, особенно на периферии, это уже из другой работы, 18-го года. Здесь время исчерпания, здесь вот пунктирные линии соответствуют двум-трем значениям времени исчерпания. А на самом графике показана зависимость темпов звездообразования от массы водорода. Ну, время исчерпания больше 10 миллиардов лет, а то и 100. То есть очень медленное исчерпание газа. И вот если у нас за одинаковое количество времени на одинаковый коэффициент уменьшается количество газа, то это означает, что если точки в начале эволюции были внутри этого коридора, они все будут монотонно сползать вниз. Поэтому зависимость сохраняется. Мы спасли ее, потому что она сформировалась тогда, когда еще звездного диска большого не было. Вот. И этим самым объясняется существование зависимости и ее связь с условием маржинальной устойчивости газа. Ну а дальше так, отлично, время есть. А при чем здесь тогда отношение, такая прекрасная зависимость между массой газа и квадратом диаметра? Мы же здесь смотрим зависимость между массой газа и ВНР. А наблюдается лучше всего d квадрат. Да потому что скорость меряется хуже, чем радиус. Оценка скорости вносит дополнительный разброс. А скорость статистически показана пропорционально радиусу. Вот это вот работа Мейера прошлого года. По вертикали отложен радиус, в пределах которого 90% светимости заключено, то есть размер галактики. Здесь скорость вращения, и вы видите прямую пропорциональность.
Поэтому зависимость между массой водорода и размером является отражением зависимости между массой водорода и кинематическими параметрами галактик. Вот, вот на таком уровне становится все, все понятно, кроме одного. А что за галактики мы рассматривали? А если есть галактики, где вообще без газа в диске, а куда мы их сунем в этой схеме? И вот здесь надо сразу сказать, что на самом деле в эволюции галактик, многих галактик, был такой переходной момент, когда они лишились большей частью газа. Это очень хорошо видно на зависимости темпов звездообразования от массы звездного населения. Ну, темп звездообразования определяет цвет галактики. Вот он здесь на этой диаграмме, вот U-R по вертикали отложен. А звездная масса в логарифмической шкале массы Солнца по горизонтали. Вот линии, это линии равной плотности точек. Здесь точек очень много. Это сделано по многим десяткам тысяч галактик обзора SDSS. Четко видны две области. То есть галактики неравномерно заполняют все это. Две области, которые верхняя область, она соответствует более высоким показателям цвета, то есть более красным галактикам. Вот. Эта область наклонена, она называется красная последовательность, red sequence. И вот эта вот зависимость покраснения с ростом массы имеет простое объяснение. Чем больше массы, тем больше химических элементов в звездах. Это определяет более красный цвет звездного населения. Это красная зависимость. Звездное образование там очень слабое. Там показатель цвета большой, галактики красные, звезд почти не образуется. А другие группы галактик называются или голубое облако, или голубая последовательность, по-разному. Это галактики с активным звездообразованием. Между ними есть очень интересная зона, она здесь выделена двумя зелеными линиями. Она называется Green Valley, это зеленая долина. Очень много работ посвящено, сказать, как туда галактики попадают, и идут они вверх или вниз. Но идея общая такая, ведь галактики все начинались с того, что они имели активное звездообразование и голубые. То есть сначала они все были внизу. И действительно, галактики на больших красных смещениях почти отсутствуют, вот там, где мы сейчас видим красную последовательность. А сейчас, потом часть галактик потеряла газ и была выброшена вверх, всплыла наверх. Вот как распределена вот эта общая картинка, если галактики разделить на ранние и поздние типы. Галактики со звездообразованием, галактики без звездообразования. Ранние и поздние типы. Вот в чем дело. Значит, вот там наверху это галактики эллиптические, галактики S0, линзовидные. Внизу спиральные галактики и неправильные галактики. Вот все то, что мы сейчас до сих пор, что я рассказывал, относится, конечно, к звездообразующим галактикам, содержащим газ. Потому что те галактики, которые наверху, они содержат, если содержат газ, то в основном в форме очень горячего газа. И к нашему рассказу они не имеют отношения. То есть на самом деле галактики или часть галактик успела потерять газ, и трудно ожидать какой-либо последовательности, которая бы связывала содержание газа с другими параметрами. Там содержание газа определяется чисто случайными событиями, например, типа поглощения соседних галактик, карликов, в которых газ есть. А вот что может сбросить галактики в красную последовательность? Как они могут потерять газ? И вот здесь ответ на вопрос, на этот вопрос не такой простой, потому что есть несколько физических механизмов, которые лишают галактику газа и переводят ее из голубой области в красную последовательность. Один из механизмов очень четко и ясно он известен. Вот обратите внимание, вот это, на этих графиках показаны галактики скопления Вирга и Кома. Что на этих графиках означается? По горизонтали расстояние каждой точки галактики от центра скопления. Ну, от 0 там до 3,5 мегапарсек для Вирга и там до 12 мегапарсек для Кома. Кома более массивное, большое скопление.
А по горизонтали так называемый дефицит H1. Насколько у нас в логарифмическом масштабе масса газа отличается от той, которая следует из зависимости, что мы построили. Масса как функция ВНР. Мы видим, что на периферии, да, и, да, а пунктирная полоса – это вот та область, которая, область разброса для нормального содержания газа. И мы видим, что на периферии галактик содержание газа нормально. Но как только мы приближаемся так, к, там, к полутора-двум мегапарсекам от центра, часть точек уходит вверх с большим дефицитом H1, то есть теряется газ. Во внутренней области галактики газа меньше, чем следует из эмпирических соотношений, полученных для галактик поля. А причина этого ясна и прозрачна. Это взаимодействие с горячей средой скопления. Это выметание газа, как лобовое давление, REM pressure называется, когда у нас галактика обдувается межгалактической средой, поскольку скорость движения здесь порядка 1000 км/с. Можно посчитать, какой эффект это образует. Сдувается газ, прежде всего, с периферии. Из центра газ очень трудно выбросить, он остается там. А большая часть газа ведь на периферии сидит, из-за большой площади периферийных частей. Поэтому газа в галактике становится мало. И поэтому большая часть линзовидных галактик вот этой красной последовательности именно находят в скоплениях, в богатых скоплениях галактик. А вот другой механизм, он более экзотичный, у меня просто на него нет времени, это выброс газа из галактики на ранней стадии, когда вспыхнуло ядро, когда ядро галактики стало активным и квазароподобным. Расчеты показывают, что квазароподобное ядро в состоянии существенную долю газа из галактик выдуть просто. Вот. И это соответствует эмпирическим соотношениям между массой черной дыр и там, дисперсией скоростей или скоростью вращения галактик. То есть вот это внутренний механизм выброса газа из диска, а это внешний. Работает и то, и другое. Поэтому у нас количество газа в галактике таким образом связано не только с характером эволюции, спокойной, там, внутренней эволюции галактики, через звездообразование, но еще с тем, как галактика реагирует на активное ядро и реагирует на окружение. Ну вот теперь уже надо потихонечку завершаться мне, поэтому я перейду просто к заключению. Условие пороговой устойчивости газового слоя задает верхний предел массы газа в дисках. Первое. Второе. Наблюдаемые зависимости интегральной массы газа от динамических характеристик, по-видимому, сохранились с той эпохи, которая была несколько миллиардов лет назад, когда бурное звездообразование при высокой дисперсии скоростей газа сменилось на спокойное. При этом плотность газового слоя опустилась ниже порогового уровня, а турбулентная скорость остановилась на уровне порядка 10 км/с. А, кстати, а чем выделена эта величина 10 км/с? 10 км/с – это скорость звука в газе с температурой около 10 тысяч градусов. Температура эта обусловлена тем, что при более высоких температурах резко увеличивается способность газа охлаждаться. Функция охлаждения там быстро рвет вверх. То есть это связано уже с атомными константами. Поэтому скорости больше 10 км/с соответствуют сверхзвуковым движениям, а они, как известно, довольно быстро гаснут. А когда движения становятся дозвуковыми, так уже эффективность потери энергии резко падает. Поэтому 10 км/с это не случайно. Хотя есть один открытый вопрос, но это может быть тема отдельной лекции. А почему эти 10 км/с, как они поддерживаются, их все равно надо поддерживать какими-то источниками энергии. До сих пор думали, о, это звездообразование поддерживает. А потом посмотрели на периферии, где нет звездообразования, там ну не 10, а 8. Проблема остается, но это еще одна проблема. Может быть, на следующий год поговорим о ней. Вот, значит, и второе, и последнее, это то, что если есть галактики красной последовательности, которые в силу действия внутренних или внешних факторов потеряли основную массу газа, содержание H1 в них достаточно случайно. Ну вот, я, кажется, уложился.
Все, вопросы. Извините, непонятно было. Сейчас чуть-чуть подружим. Ну хорошо же, тогда я напишу свои вопросы. Ну все, у меня больше ничего на эту тему сказать. Что, за всеми вопросы? Все. Успехов!